Проблемы высшего образования на пути модернизации общественного сознания. Настоящее и будущее. В Южно-Казахстанском педагогическом университете прошла международная научно-практическая конференция. Участие приняли профессора и ученые из Казахстана и стран СНГ, представители университетов и исследовательских институтов. Мероприятие также посвятили памяти ведущего ученого-специалиста по тюркологии профессора Мейрбека Уразова. Программная статья главы государства своевременно, считают эксперты. В условиях глобальной конкурентоспособности очень важно сохранить национальные и духовные ценности, а также наследие предков. Ученые, принявшие участие в семинаре, рассказали о своих исследованиях. Профессора из России, Турции, Узбекистана, Казахстана. Всего в сборнике из материалов конференции было опубликовано свыше 150 докладов. Духовное возрождение нации. Этот вопрос сейчас стоит на повестке дня, ведь латинскую графику на сегодняшний день поддерживает вся страна. Развитые страны мира сегодня успешно используют латиницу, в их числе и Турция. В ходе международной конференции свой доклад на тему «Обзор традиционной системы образования Турции» озвучил ученый профессор Пусат Пилтен. Переход на латиницу – это очень важное направление. Именно проблемы высшего образования на пути модернизации сейчас актуальны. Здесь важно не только обучать, но и внедрение инновационных технологий. Мейрбек Уразов является первым ректором, основавшим Южно-Казахстанский педагогический университет. Его научные концепции и работы в области тюркологии популярны сегодня в высших учебных заведениях. Их используют в качестве бесценных методических пособий. А лингвистические книги о семантике в казахском языке позволят на долгие поколения сохранить и обогащать достояние нации. Ахмарал Кубжасарова, Талгат Кырзалиев, Ербол Махашев, оңтүстік ақпарат.